Здравствуйте, дорогие подписчики этого канала, особенно мои коллеги, учителя. Всех сердечно поздравляю с наступившим Днем Учителя, с 5 октября. Всем желаю счастья, здоровья, триумфа воли, расцвета силы и долгого процветания во всем вашем великолепии. Желаю, чтобы все было у вас потрясающе, великолепно и хорошо. Сегодня специально для вас я записал песню, кавер на песню великого Вахтанга Кикабидзе. Стихи к этой песне написал Булат Акуджава, но ее исполнял в основном Вахтанг Кикабидзе. Виноградная косточка. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви, от печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?